сейчас я вам покажу гидрогелевую масочку под глаза, корейскую. Она у меня была в коробочке Wonderbox 5,5. Эта маска шла в коробочке как бонус. В списке ее я не нашла. Итак, вот такой фирмы у меня корейская маска. NMF. Маску я использовала после дороги. Я ехала целых 6 часов. Телепалась по украинским пыльным дорогам. Вы бы видели эту пыляку, сквозь которую проезжал наш автобус. Так вот, кожа моя высохла за эти 6 часов. Но в тот вечер, как я приехала, я была уже не в состоянии масочку нанести. А утречком я встала и нанесла эту масочку под глаза в виде патчей. И получила огромное удовольствие. Потому что масочка на самом деле увлажнила. Кожа стала ровненькая, плотненькая. Стала очень приятной на ощупь. Появилось ощущение легкости. Я нашла эту маску на сайте. Это гидрогелевая маска с NMF для кожи вокруг глаз. Стоит она 141 рубль. Ну, если на гривны, то это где-то 80 гривен. Приблизительно. Так, что здесь они пишут? Маска увлажняет и разглаживает кожу вокруг глаз. Новейшая запатентованная температурная технология способствует реакции высококонцентрированного геля, эссенции, на температуру тела и создает так называемый эффект плавления. Гель тает, что приводит к более глубокому проникновению в кожу питательных веществ. Активные компоненты. NMF, морской коллаген, ацетилгексапептид, церамиды, аденозин увлажняют и подтягивают кожу, придают ей свежесть. NMF – это вещества и молекулы в роговом слое кожи, способные притягивать и удерживать влагу, обеспечивать его упругость и прочность. Страна-производитель этой маски – Южная Корея. Но корейские маски всегда хорошие, бесспорно. Возраст для этой маски от 35 лет. То есть она направлена на омоложение, сужение пор, питание, увлажнение и восстановление. Также эти патчи разгладили такие мелкие, незначительные морщинки. То есть кожа реально стала гладкой. В общем, я рекомендую, попробуйте, если вам попадется эта маска в руки, то, конечно, пробуйте.